Зовут? Откуда вы? Меня зовут Эден Голан, мне 14 лет, я из Израиля, но живу в Москве уже 9 лет. Ой, я не смогла не повернуться. Да? Да. Я думал, стоит такая, я думал, Адель стоит такая крупная, с большими резонаторами и дает. И тут такая хрупкая девочка поет таким великолепным голосом. Спасибо. Вы, конечно, я даже не знаю, что сказать. Знаете, тот самый момент, когда думаешь, а может и не говорить ничего. Вы очень круто поете. Ну, похвалить-то надо девочку. Очень, очень. Она заслуживает. Спасибо большое. Я думаю, что эту девочку хвалили и не раз, наверное, и очень серьезные люди. Вы расскажите, пожалуйста, как вы занимаетесь музыкой, с кем? У вас музыкальная семья? Я начала петь с 9 лет, у меня... А почему вот так вдруг в 9 лет вы начали петь? Ну, я вообще была гимнасткой, так. И потом, когда мы приехали в Москву, я все равно занималась гимнастикой, и потом перешла на балет, так. И вдруг, когда мы были на каникулах, я решила спеть «Jingle bells, jingle bells», просто так, и вот с того момента я сказала, я хочу петь. «Джингл Беллс» поют миллионы людей, и не все становятся певцами. Но вы, конечно, очень одаренный человечек, и я думаю, что какие-то звоночки были и раньше, я уверена, и до 9 лет. Но вот сейчас вы, видимо, много, да? Много занимаетесь, много музыки слушаете? Да, музыка — это моя жизнь, конечно. Я обожаю петь, это даже словами нельзя выразить. Как вы выражаете это в музыке? Это ну, как я обожаю быть на сцене, это. А что родители думают по этому поводу? Ну, они, конечно, очень рады за меня, очень гордые. Они, я думаю, волнуются больше меня. Но они меня поддерживают во всем, и друзья поддерживают, поэтому все отлично. Супер. Молодец. Вась, ну ты первый повернулся. Мне нечего сказать. Это было от начала до конца грандиозно и трогательно, по-настоящему, ничего нарочитого. Все просто, понятно и великолепно. Спасибо вам большое за это. Спасибо. Такой момент. Я вас очень сильно всех уважаю, но я пойду к Пелаге. Спасибо.
хорошая. Хорошая. Очень. Очень. Вообще ничего себе, да? Да. Ну, я стал верить в реинкарнацию, когда начал на детей смотреть. Потому что до 6 лет иногда делают такие вещи, да, что я поверить, да, не могу. Этому научиться невозможно. Да. Это, конечно, две вещи. Или же они настолько умеют схватить вот детским своим сознанием и вот этой, да, гибкой своей, да, физиологией, угу, что они воспринимают это безумно круто вообще, да, по-взрослому. Но иногда или это же свое, это передается, решение, да, или это передается из прошлой жизни, они, угу, еще не забыли. Я вот это заметил по своей первой дочке, с которой я еще тогда по неимению плотного графика вообще работы никакой. Я с ним больше проводил времени. И мне казалось, что она что-то помнит из прошлой мне жизни. Эдель! Молодец! Мое сердце почти вылетело. Ты знаешь, не только его сердце. Я думаю, что и сердца наших телезрителей. И вот говорят, что планета не туда катится. Я вот уверен, что до тех пор, пока мы будем видеть вот таких красивых и талантливых девушек, как ты, мы будем в порядке. Я тебе крайне признателен, что ты на проекте. Я желаю тебе двигаться в проекте дальше. Спасибо тебе большое. Спасибо, ребят. Спасибо. Счастливо. Сказал абсолютно вот искренне то, что думал. Многие спрашивают меня, как я вообще вот все успеваю. Ответ простой. Я сплю в одежде и не все успеваю.